Ну вот кто-то к кандидату демократов лицом и со сцены, а кто-то спиной, как католическая церковь города Сан-Диего. Тяжело приходится сейчас Хиллари, вот такая сила выступает против них, мощная. Не только на словах, но и на действиях. Сторонникам Клинтон пообещали, они попадут в ад. Вот так совершенно серьезно пригрозили святые отцы Сан-Диего своим прихожанам. Они разослали электронные письма с призывом не голосовать за Клинтон. Городская церковь выразила свое политическое мнение жестким способом. Саму Хиллари священники даже сравнивали с пособником дьявола. Непонятно только все-таки, чем так демократы насолили церковникам. Но все-таки одно ясно, что молиться теперь за победу в Сан-Диего точно не будут.